Hey, йоги, с вами Шмихи, мы продолжаем проходить игру под названием The Aquatian Adventures of the Human. Либо последнее погружение человека. Окей, так, мы получили базуку, ну, ракетницу. Также мы получили много еще чего. Очень много чего. А, мы убили босса. Двух, трех. Это большой крабик. Это кто там еще был? Краб, моллюск, он же паразит. И кто-то еще там был. Что я могу? Развеселиться. Только куда? Ну теперь, в принципе, я могу куда угодно идти. Элбрус. Ауч. Потому что у нас есть дочь. Бля, я не знаю куда. Подождите. Давайте вот отсюда. Пойдем вниз. Мне нужно в город. Там, по идее, Rush Centaur. Да, это оно, кажется. Кажется, оно. Погнали сюда. Плохая, да, была затея. Ладно, возвращаемся. Ту-ту-ту-ту. Типа здесь, по идее, только с рывком, но так как у нас... Бля, я что-то тоже уже, да, был? Да, я здесь тоже уже был. Потом спускаемся вниз. Сильное течение. Где у нас еще было сильное течение? Но это, скорее всего, было для сокращения пути. Теперь нужно искать, где эти у нас были дырки. Проходами. Fire Central. Дайвинг. Идем ниже. Ладно, я думал, секретку спрячут. Нет, теперь... С базукой. Блин, а где это было? Это место с паразитом. И то. Наверх. Паразиты. Здесь у нас есть проход. Ну здесь, да, у нас есть проход. Такой незначительный. Ауч. Где же что еще у нас есть? Здесь у нас еще что-то есть. Или я уже тут был? Пипец, уже фиг вспомнишь. Был я здесь, не был я здесь. Так, рыба еще радиационная у нас была, точно. Ред рыба, вспомнил. Ну мы ее победили, в принципе. То... Короче, у нас там три рывка дается. Три рывка. Три рывка. Куда идти?
Куда мне идти? Где у нас стены были? Так, масонов. Поехали по трубе, ладно. Так, здесь, да, что-то было у нас? Здесь камушки у нас были. Где у нас были эти? Бонус закрытый. Здесь? А, это я вернулся сам назад. Стоять. Да, там, ну, там город. Не хочу туда идти. Типа, на самом деле, мне эти бонусы почти ничего не дают. Ну, именно апгрейды. Взорвал? Взорвал. Дистрикт F. Хорошо, пойдем выше. Закрыто, короче, с другой стороны. Найс. Ну, айс. Ротерейшн. Радиорастия. Так, вот он, да, этот проход. Я могу наверх пойти. Я могу пойти сюда. Пойдем там, где у нас радиация. Канализационные отходы. А, так. Я могу теперь их просто взрывать, все. И не мучиться с этим дефом. Так, ну, в принципе, всех, кого я думал, ну, осталось только медуза. И все. Чё ты не врубаешься? Ну, я понимаю, это босс. Большая плацента. Женщина. Если бы они меня не касались, было бы легче. Ну, типа, шипы, если бы они меня не били бы. Но меня бьют эти шипы. Heart of City. Короче, сердце Сити. Фиг.
хорошо. Я не вижу. Почему у меня есть фонарик, но он не светит нихера? Серьезно, зачем так сильно? Вот это буст довольно сильный. Если типа на нем не тратить время, почти. Тратить. Типа его закликать. Его закликать, да и все. Ну, дальше там фазы тяжелые идут. Ползунок мой. Чего они косо стреляют? Ладно, хилимся. Не схилиться надо. О, ладненько, сойдет. Дальше вот такой идет себе. Здесь чисто закликивание. Ну, ворачиваться очень сложно.
сердца города. Дальше идет все жопа. Ладно. Здесь можно отъехать, отхилиться. О, готово. Бат-бат-бат. Бат-бат-бат-бат-бат-бат-бат. Изи, изи. Сердце города убито. Чё это? Дон Проджектор. Это то, что мне нужно. Этот робот мне помог. Какой он огромный, да? Цветочек. Вот эта вот херовина мне поможет, по идее, открыть врата. А это значит, что мы можем, в принципе, отсюда уже и выбираться. Так, сохраниться. Давайте смотреть, что здесь. Угу. Угу. Тут у нас ничего. А нет, есть куда-то подъем. А где у нас могила была? Цветущая, да? На лене. Кажись, да. Сейчас попробуем. Пойди здесь, наверху. Пойди здесь, наверху. Если я не ошибаюсь. Я навряд ли ошибаюсь. Я все-таки ошибаюсь. Пишите могилы. А, на заводе были? А нет. Значит, здесь нужно искать. Абуз. Нет, точно не в Абузе. Гу чисто вверх. Мне нужна могила, там нужно взорвать этот. Типа это секрет. Потому что... Иного пути туда нельзя попасть. Может здесь?
красота здесь. Что здесь? Может, здесь секретный босс? И что? Камень засиял. И что происходит? Походу ничего, да? Давайте заново. Выходим, входим. Тогда потом пойдем к телепорту. Светится. Значит, может, тут он не один такой? Я помню, кристалл еще был там, где... Блин, а где там я еще видел кусок? Закрыто. Мне нужно в город. Прошлого того. Может, собрав все кристаллы, мы спасем город? Кто знает. Никто не знает. Правильно. Вот битва с этим была. Осьминогом. Битва с осьминожкой. Это был лучший способ найти телепорт. А. Окей, не лучший способ. Бомбанутый город. Может, где-то здесь. Так, подожди, где-то здесь было это. Оно нет. А, это ядовитая зона. Это ядовитая зона. И само начало, да? Ну да. Короче, идем искать телепорт. Нахер надо мне это? Пойдем на финиш. Если то финиш будет. Блять.
И телепорт. Где мой телепорт? Здесь я иду хотя правильно. Что-то не врубился. Что-то рел не врубился. Где-то здесь должен быть. Нет? Мне дали какой-то моторчик. Нечаян. Который я не понимаю, как работает. Отсюда по прямой. От Хэппи Мила по прямой. Сейчас мне выше, да, нужно? Эксити. Все, да, это оно. Ой, черт. Разве это не то, что мне нужно было? Тогда у меня вообще нет идей, куда теперь идти. Ладно, можем, в принципе... Что мы можем сделать? Ну, гоу. Зачем он вообще нужен? Зачем мне этот робот? Может, типа, почти что сама наводка? Да, это оружие четвертое. Четвертое оружие списка. Что-то дерьмовое какое-то оружие. Thank you.
здесь прохода. Нету тут прохода. Что мне делать? А у меня только заканчивается рю, в принципе. О! Окей. Может теперь? Походу да, я просто на босса пошел не в очередь. Подожди. Только что-то делал. А, это медуза была. Попробуем сейчас пойти. Забываю, что наверх. Выше, выше, выше. Как ускоряться? Ну, сейчас сработает. Но это апгрейднутый.